Так. Следующее у нас трехколесный самокат. Едем и посмотрим, как же наш маленький юный горец обрадуется самокатику. Здравствуйте. Здравствуйте. Этот прекрасный самокат на трех колесах. Подкачка не нужна, они уже накачаны. Мы очень любим ваш магазин. Смотрите, он здесь. Отлично. Вот, сними, это все сними. Ваше. Спасибо большое. Оператор, до свидания. Всего хорошего. Че, едем дальше? О, снимаешь, что ли? Вот именно сегодня, когда я свой Гелендваген особо не вытащил на улицу, ты меня снимать начал. Если пьешь воду, то бей мокрую. Коляска. Два в одном написано. Я не знаю, что два в одном. Там, походу, холодильник и коляска одновременно. Хорошо, что вы не заказали диван. Здравствуйте. Вы что, телевизор не сломали? А мы с ним ехали всю дорогу и думаем, два в одном, это что значит? Он говорит, холодильник. Я говорю, никак это не может, это же глупо. Я говорю, это электропечка. А можно телевизор посмотреть, пока упадет? Вы сейчас должны вынести, кстати. А может, вы еще его испустите? Да-да-да. Мы сегодня, мы курьеры, мы грузчики, мы доставщики. Давайте. Подожди, сейчас мы сломаем коляску, привезли в хату, как будто обкрадываем. Сейчас отмечать можно, как грузчик? Так, вожи. Поставь. Тут угол чуть сломанный, но не волнуйтесь. А сосед, дай, пожалуйста. Ты что за камень? Нет, просто не волнуйтесь, легкие коляски вам все оплатят. Садитесь, Гимбуса. Амар, соскакиваем. А что делаешь? Это розыгрыш. Серьезно? Ой, блин. Я как сейчас завтра? Это актриса. Блин. Просто, блин. Я... Это ты здесь нарочно вот так упал? Прикинь, да, как я попутал просто. Жестко ты это, честно говоря. Я вот так стою и не знаю, как на вас посмотреть. Просто спрятался за телевизор, блин, думаю, блин, хоть бы этот день закончился, думаю. Асламбек, большое спасибо за этот пранк. Я, честно говоря, до последнего думал, что ты идиот. А потом в конце понял, что идиотом оказался я, который поверил всю эту историю. Помимо пранка, сегодня мы доставили реально не только продукцию легких колясок, но и доставили настроение нашим клиентам. Все очень так по-теплому нас встретили, но никто не пригласил даже на обед. Очень обидно. Но ничего, я им припомню. Вот этот курьер тоже, Амар. Я надеюсь, они меня на память оставят.